нельзя дальше ехать. Врубил мигалку и по встречке. Нет больше встречки. Череда невероятных природных аномалий захватила планету. В мире кобздец круглосуточно, все уже привыкли. А это Станислав, гордость нашей шахты. А Елена, журналистка из Москвы. То есть вам не кажется, что вы медленно убиваете нашу планету? Я? Раскаявшийся шахтер, который хочет спасти Землю. Ты представляешь себе эти заголовки? Мне плевать на Землю, на людей, на всех плевать! Сколько тебе времени нужно, чтобы через 5 минут свалить? Все-таки люди обречены. Я пыталась говорить с Да Винчи, Ломоносовым, даже с Юрием Лозой, без толку. Я избранный. Ау! Вы доигрались. У меня развилась аллергия с осложнением в виде апокалипсиса. У меня в голове говорит Земля. Ну, конечно, Земля. А почему не Зевс? Или, может быть, там, не знаю, а моя Кокопян? Что она вам говорит? Все умрут. Она чихнет и всем кирдык. Скажите, Стас, почему вы так не любите свою родину? Не понял. Собрали уже 1 000 000 просмотров. Вы новый тренд в эко-повестке. Вы правда думаете, что разговариваете с планетой? Надо спасать тебя, людей! Я серьезно, это не рекламная интеграция. Скучаю. Абсолютно прав! У вас карта неправильная. А, да, у вас нет целого континента. Вы все правильно поняли. Можно это устроить?